В Екатеринбурге начали готовиться к возведению новогоднего городка. Пока на площади не видно техники, глыбы льда и скульпторов. Официальное открытие запланировано на 29 декабря. По традиции, за несколько дней до официального открытия городок будет принимать комиссия. В этом году тема городка – стихи Чуковского. Можно будет увидеть ледяные скульптуры из стихотворений, кенгуру с телефоном, айболита, тараканище и других. Кроме того, в этом году в городе будет ежедневная развлекательная программа. Каждый вечер в определенное время на сцене будут выступать профессиональные артисты. Вероятнее всего, они будут так или иначе представлять произведения Корнея Ивановича. А елка подрастет на 4 метра до 50 метров и переедет ближе к улице 8 марта. То есть она будет стоять вот здесь вот, с этого угла, а раньше стояла вот здесь. Но пока огородили забором, будем наблюдать, будем вести дневник ледового городка. Сегодня 14 ноября 2016 года.